Охуеть. Всім привіт, ребят, на сьогодні 14 серія. Будемо грати за Радянський Союз. Погнали, нахуй. Граждане Советского Союза, почти год прошел с тех пор, как немецко-фашистские захватчики вероломно напали на нашу родину. Они топчут нашу землю, разрушая города, сея смерть и насилие. Советский народ оказывает героическое сопротивление захватчикам и готов нанести врагу решающий удар. Мы должны отстоять Сталинград, город, носящий имя нашего дорогого вождя, товарища Сталина! Братья и сестры, товарищи! Наши доблестные солдаты защищают каждую пядь советской земли. Встанем же все как один на борьбу с немецко-фашистскими оккупантами. Начинаем. Походу сейчас будет вся миссия охуенно, ни шагу назад. Товарищи, этот день будет самым героическим днем вашей жизни! Бейте немецко-фашистских захватчиков изо всех сил! Отомстите врагу! Пусть за каждого павшего советского солдата враг получит 10 убитых фашистов! Не будет пощады трусам, пораженцам и предателям! Любой, кто покинет свой пост, будет расстрелян! Помните приказ дорогого товарища Сталина! Ни шагу назад! Вы будете хорошо вооружены в будущих битвах! У вас будет пища, вода, оружие и много боеприпасов! Как вы думаете, что есть у немецких солдат? Ничего! Их линии снабжения истощены! Их безрассудное продвижение к Волге приведет к нашей победе! С нашей превосходящей силой, с нашей героической доблестью мы не можем не победить! Мы остановим фашистских захватчиков именно здесь! Под Сталинградом! Пизда, блядь. Вон нахуй, блядь, да? Они возвращаются! Мы должны вернуться отсюда! Покинуть корабль! Убить его! Смерть предателям! Не отступайте, огонь! Огонь по резервирам! Предатель, пиздец, тут жестко, нахуй. Охуеть, да нахуй. Что там, как дела, блять, ребята? Пиздец, блять. Солдат с винтовкой стреляет. Солдат без винтовки следует за ним. Когда солдата с винтовкой убивают, солдат без винтовки берет те, у кого нет винтовок. Следуйте за теми, у кого они есть. Если солдата с винтовкой убьют, идущий за ним должен обнаружить один человек несет. Пизда! Я уже сказал вам, что
там, наверху. Мне нужно, чтобы вы отвлекли их огонь на себя. Видите этот грузовик? Там, наверху. Зайти и перезарядить оружие. А потом бегите и не останавливайтесь. По моим щекам. Готовы? Давай! Да, давай, давай, братуха, хорош. Вай, тупо вай. Ладно, товарищ, делаем то же самое. Сначала мы направляемся вон к той разбитой машине. Дайте им перезарядить оружие. Готовы? Хорошо, вперед, вперед! Сосёшь, блядь. Что ж, дружище, либо вы везунчик, либо у вас очень маленькая голова. Мы будем в большей безопасности в том здании внизу. Не беспокойтесь, комиссар, я позабочусь. Хорошо, вперед, вперед! Умри, предатель! Так, дуры, блядь. Обеспечьте нас артиллерийской поддержкой, сержант! У меня почти кончились боеприпасы! Так мы можем потерять токи! Что? Повторите последнее сообщение! Я плохо слышу вас, майор! Говорите, артиллерия уже готова! Чертовски вовремя! Немедленно всем на берег реки! Замкнем фашистских ублюдков! Огонь по готовности! Хорошо, блядь! Эй, ладно! Сука, дай ты винтовку, блядь, пидорас. Всем до следующей серии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.